В городе сегодня снова работали инспекторы Минэкологии области. На этот раз в зоне внимания ручей 10-го поселка, который впадает в лесное озеро. Местные жители жалуются на загрязнение водоема и даже написали жалобу министру экологии. Выездная лаборатория выехала на место. Брали пробу воды в ручье у свинокомплекса. Процент загрязнения помогут определить биоисследования. В течение 2-3 недель мы получаем результаты лабораторных исследований. В соответствии с действующим законодательством мы будем принимать меры. А именно, при увлечении к административной ответственности лицо, которому установим нарушителя, также возможен будет рассчитан ущерб, нанесенный нашей окружающей среде. Местный свиноводческий комплекс, главный подозреваемый, в прошлом году это предприятие уже привлекали к ответственности экологические инспекторы. По всей вероятности, выводов хозяева свинокомплекса не сделали. По словам экологов, нарушение водного законодательства здесь налицо. Мы, специалисты министерства, вместе с гражданами сразу выехали, установили здесь наличие, конечно же, возможное наличие нарушения водного законодательства, нашего природоохранного законодательства, возбудили дело об административном правонарушении. Телекомпания «Поиск» будет следить за ситуацией. О выводах инспекторов министерства расскажем в наших новостях.